А вы знали, что на вашем телефоне вот сколько фоне работает приложений? Смотрите, и YouTube, и Android сервис, и камера, и Google, и много-много других приложений. Я покажу, где это находится, как отключить, чтобы не тратился заряд и оперативная память с вас лайки и подписка. Для этого вам просто нужно зайти в безопасность, найти такой пункт, который называется, вот будет вот так вот, передача данных. Здесь управление сетями и подключением. Вот этот вот пункт. Здесь нам нужно в правом верхнем углу нажать три точечки вот эти вот. И здесь фоновые подключения. Но те подключения, которые работают в фоне. И вы здесь убираете те приложения, которые бы не хотели, чтобы работали в фоне. То есть, иными словами, запускались даже когда телефон у вас выключен. MSI, вот это вот реклама. Смотрите, батарея, Chrome, KeyLabs. Блин, тут у меня сколько приложений. Я недавно только их отключал. Самое главное, обращайте внимание на вот эти вот приложения именно тогда, когда вы, к примеру, уже перезагрузили свой телефон или же просто-напросто у вас телефон работает, то есть обновление, после обновлений. Пользуйтесь, не благодарите.